той далекой стране, где колдовство кругом, приключениями разум пленен. Там султан Карим был заколдован, в зверя превращен и из города изгнан вон. Храбрая Шахерезада должна его спасти, пробираясь сквозь пески пустынь. И пускай опасность ждет их на пути, древо жизни надо найти. Как оказалось, в лампе Аладдина обитает джин Зумуруд с чудесным голосом. Я Зумуруд. Она дала нам важную подсказку насчет дерева жизни. Мы сняли чары сонной улыбки с энергичного принца Ахмеда, а он рассказал нечто странное. Теперь мы знали, что дерево жизни существует и находится на острове Вак-Вак. Вот мы на материке, а остров Вак-Вак где-то здесь. Который из? Я не знаю. Я не разбираюсь в этих символах. Но эта проблема на сотом месте. Остальные 99 проблем кроются здесь. Штормовой барьер. Бесконечная, неподвижная магическая стена штормов. Никто никогда не проходил ее или не возвращался обратно. Никто никогда? Никто, кроме принца Ахмеда. Точно! И он не знает, как сделал это. И вернулся он еле живой, без корабля и без своей команды. Ну, хорошая новость, что у тебя есть большое преимущество. Какое преимущество? Я надеялся, что ты догадаешься. Может быть, хотя бы в этот раз ты вспомнишь, что это для нас. Хорошо, вспомню. Для вас, дайте подумать. О, ну что это, Халил? Я не знаю. Я так думал, потому что твой отец Харун Халид создал штормовой барьер. Что? Зачем моему отцу было делать границу, закрывающую путь к этим островам? Ну, цель штормового барьера не закрывать людям путь, а не давать другому. Темному миру выйти наружу. Халил, подумай. Мой отец создал способ проникнуть внутрь. Безопасный. Конечно. Он наверняка оставил лазейку. Ладно. Как найти этот путь? Найти? Быстрее! Нам необходимо знать. Карим, успокойся. Не надо его колоть. Колоть? Точно! Игла! Вам нужна игла! Игла? О чем ты говоришь? А магическая игла мореходов. Компас духов. Редкий волшебный артефакт, который укажет путь через барьер. Харун Халид передал ее на хранение. О, кому же? Да! Султану хрустального города Юнану. А он передал ее своей дочери, принцессе Джинан. Это самая любимая ее вещица. Ладно, тогда нам нужно забрать у нее эту магическую иглу. Вот что мы сделаем. Я заберу иглу, я изучу карту и вычислю, где находится остров Вак-Вак. А что, если она не отдаст иглу? Из тебя вор никудышный. Да, я знаю. Но я знакома с отличным вором. Ночью у главных ворот усиленная охрана. Единственный путь к комнате принцессы — главный балкон. Который находится невероятно высоко. Мы можем полететь на Джамале и спрыгнуть на балкон. Джамал? Летающий верблюд, которого заметит любой стражник? Что хорошо, в последнее время я с ответами не мучаюсь. Зумуруд? О, Зумуруд! Как мы можем незаметно проникнуть на балкон? Щепка березы с острым концом, изогнутый дуб и ткани отрезок сослужит вам службу. Березовая щепка? С острым концом? Это просто предположение. Но острый конец. Может ли это быть стрелой? Стрела?
Да, значит, изогнутый дуб – это лук. А отрезок ткани – тетива? Я бы помог, если бы не был очарован этим чудесным голосом. Хочется петь о любви. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Надо ее за что-то зацепить. Ты думаешь? О, да! Прости. Следующий жених ждет, мой султан. Да, ладно, хорошо. Ты готова принять его, дорогая? Если он хочет, пусть будет так. Впустите его. Та-дам! А вот и я. Принц Ахмед? А, опять этот тип. Что он здесь делает? Принц Ахмед, из дальних земель. Вы приехали, чтобы претендовать на руку и сердце моей дочери? Ну, разумеется, ваше величество. Парусник нашей любви плывет, подгоняемый ветром, по звездному небу. Вы видите? Звезды говорят, Ахмед и... Джинан. Вы правы, султан, вы правы. Вы знаете, будущим мужем своей дочери я хотел бы видеть только принца с храбрым сердцем. У меня и вправду храброе сердце, и все другие части моего тела также впечатляют. Но все-таки я боюсь, что вам придется сперва получить одобрение принцессы Джинан. Угу. Пожалуйста, дитя мое. Ух ты! Что? Взгляни на нее. На принцессу? А что с ней? Аладдин, я к тебе обращаюсь. Знак моего отца. Это магическая игла мореходов. Его высочество? Да-да. Единственный принц, который достоин титула хрустального города. И который способен сразить меня в рукопашном бою в полночь. Дорогая принцесса Джинан, может, вам следует сразу сдаться? Не хочу, чтобы хоть один шелковый волос упал с вашей головы. Ведь я прослыл на своей родине знатоком боевых искусств. Да, отлично. Ваш голос и глаза, и все остальное, ваше великолепие дает мне отказ. Но я точно знаю, ваше сердечко говорит: Ахмед, мне нужен только ты. О, началось. Я слышу, оно говорит: о, принц Ахмед, будь со мной, раздели мое одиночество, я прошу. Оно плачет. Стань моим другом и законным супругом до конца дней моих. Мы будем драться или нет? Уже поздно. Начнем. Точнее, закончим. И я пойду спать. Тут очень скучно. Он не выиграет. Но почему? Потому что это сделаю я. Что на тебя нашло? Аладдин. Готовься к поражению, милая. Только волосы не тронь, прошу. Когда он ее победит, мы сможем проскользнуть и взять иглу мореходов. Ой-ой-ой, вижу, у тебя от меня коленки подкосились, как и у всех девушек.
Он сильнее ее. Нужно что-то делать. Да. Оставаться в стороне. Ну, оставь надежду на победу. Сердце не перебороть. Ты же хочешь, чтобы я выиграл, да? Ну, сдавайся. Сердцу не прикажешь. Ха! Я выиграл. Так красиво. Ух ты. Но я принц Ахмед. Ты слышал, что говорят звезды? Она хороша. Ух ты, она прекрасна. Аладдин, одумайся. Что ты делаешь? А как ты думаешь, что я делаю? Я пойду туда и завоюю сердце принцессы. Что с тобой не так? У нас есть задание. Сосредоточься. О, это очевидно. Я влюблен. Принцесса Джинан, пришел ваш принц. Как он сюда попал? Вор, убийца, поймать его. А? Что? Нет, я хотел только испытать себя. Я представлял себе это иначе. Самое время и место. Если ты хочешь этого, нужно все сделать с умом. О, я говорю тебе, ее невозможно одолеть. Я никогда не встречал такой упертой, строптивой. То есть она тебя победила? Она схитрила. Но в любом случае, не очень-то мне хотелось жить в этом старом замке. Мне и так есть чем заняться. Но нам правда нужно, чтобы ты помог Аладдину выглядеть как настоящий принц. Он? Как принц? Что тут такого смешного? Ахмед, наш милый принц, нам очень нужна твоя помощь. Следующий жених – принц Аладдин. Принц кто? Аладдин, а это моя кузина Жади. Привет. Да. Никогда вас не слышал. Потому что я из очень далеких земель. У нас только что был принц с дальних земель. Да, но мои земли гораздо дальше его дальних земель. У тебя знакомая одежда. Это одежда принцев. Все принцы сейчас так одеваются. Моя кузина подбирает мне одежду. Я могу идти, отец. Этот не стоит моего времени. Но я думал, я могу стать твоим женихом. Женихом? Такой щуплый простак. Вряд ли ты настоящий принц. Даже одежда не сидит. Если ты гонишься за наследством, возвращайся, откуда пришел. Это правда. Никакой я не принц. Аладдин, нет! Верь мне. Самозванец! Вчерашний убийца! Стража! Нет, стойте! В темницу его! Готовьте виселицу! Да, я никто, и я беден. Но я не гонюсь за богатством. Я знаю, это звучит глупо. Я видел ее всего раз, но деньги здесь ни при чем. Они мне не нужны. Тебе не нужно наследство? Нет, не нужно. Я хочу видеть ее каждый день, всю свою жизнь. Это и было бы моим богатством. Ты говоришь неясно, парень. Изъясняйся четче. Я думаю, что люблю ее. В темницу его на 10 дней. Это моя вина. Нельзя ждать. Я пойду туда и сама выкраду иглу. Ты хочешь сделать то, что твой друг Аладдин, отличный вор, сделать не смог? Да, но у меня есть преимущество. Я не влюблена. Да, ни в кого, кто здесь присутствует. О, хватит. Мы с Каримом друзья.
Аладдин вел себя как влюбленный щенок, вот и натворил глупостей. А, просочиться в охраняемый замок в одиночку. Думаешь, это не глупость? Устраивать бой приходится мне для каждого жениха в стране. И все же найти всему вопреки, кто достоин моей руки. Мне не важны титулы, власть, пустые формальности. Мне нужен другой, мне нужен верный друг с живой душой. Где же мой суженый? Ищу повсюду я. Где же мой суженый? Ищу повсюду я. Дженнен, дитя мое, ты знаешь, как я люблю тебя, но... Но? Я должна была пустить на самотек борьбу с этим вычурным принцем? Не хочу я этого! Может, тебе стоит придумать другой способ выбирать своих женихов? Только тот смельчак, который победит меня, стоит моего внимания. Я отмету всех мне ненужных, сотру их в порошок, размажу! Я думал, что лучший способ выбирать по любви. Папа, не смеши меня. Этот сегодняшний самозванец, Аладдин, так? Да. Он проведет 10 дней в темнице, так? Тебе он понравился? Нет, я этого не говорила. Просто подумала, может, 10 дней много? Может, лучше 5 или 2? Я подумаю над этим. Стража, прачечная, комната принцессы, третье окно. Вот она. Принцесса Дженнен. Есть еще один жених. Сегодня? Еще один? Давай, давай, скорей. О, какая удача. Если тут еще один жених, почему мне не сказали? Это он? Это знатный принц. Не то, что другие. Дай ему шанс. Парень, который не гонится за деньгами, заслуживает этого. Аладдин? Что ты хочешь, незнакомец? Сразить тебя в рукопашном бою, чтобы быть рядом с тобой. Зачем? Потому что я люблю тебя. Кто ты? Слуга? Торговец? Вор? Дай ему шанс, Дженнен. Я побеседовал с парнем, и он поразил меня искренностью. Хорошо, покончим с этим. Так начнем. Не подведи меня, парень. Он окончательно спятил. Посмотрим, что ты умеешь, самозванец. Или скорее, проходимец. Называй меня Аладдин. Ты быстро сдашься. Ты сдашься быстрее. Хватит уже прыгать. Ты танцуешь или сражаешься? А давай все вместе. Она начинает. Не смотри. Ты красива, но ты меня так не проведешь. Парень победил. Извини, я вынужден был так сделать. Все честно. Это не было честно. Дженнен,
Ты, наконец, нашла достойного соперника. Я рад, что эти полночные битвы прекратились. А наследство мы сохраним. Вот ее комната. Я поговорю с ней. Попробую успокоить. Нет, давайте я. Теперь это мое дело. А вы отдыхайте. Твое право. Не смей ко мне приближаться! Если ты хочешь меня прогнать, я уйду. Не хочу, чтобы ты была несчастна. Ты правда так сделаешь? Правда? Тогда уходи! А, ладно. Я ждал другого ответа. Стой! А? Наверное, было бы нечестно просто прогнать тебя. Я дам тебе, что пожелаешь. Я богата, что хочешь. А? Это? А? Мой отец доверил ее мне. Она такая красивая. Если честно, я не знаю, для чего она. У меня есть друзья, которым она пригодится. Ты отдашь ее своим друзьям? Тогда бери. Должна признать, ты очень самоотверженный. А, честно, я не этого хотел, а этого. Стой! Да? Я дам тебе другое желание. Теперь я дам тебе желание. Спасибо, Аладдин. Шахерезада, ты здесь? Скажи, что все удалось. Ничего не получилось. А что с Аладдином? О, он влюбился в принцессу Джинан, победил ее в рукопашном бою, ну а теперь они гуляют по городу. И это называется ничего? И у нас есть это. Она у тебя? Это магическая игла мореходов? Да! Это значит, что мы пройдем штормовой барьер! О, Шахерезада, ты потрясающая, ты знаешь! Я проголодалась. Я что-нибудь приготовлю. Как насчет кускуса с миндалем, кориандром и слегка подкопченными оливками? У нас есть вареный рис, это и поедим. То есть ты хочешь сказать, что фисташкового десерта в меню тоже нет? Вареный рис! Здорово! Итак, твой день был насыщенным. Шахерезада, ты же не сделала глупостей, так ведь? Нет, делала. Но была причина. Иногда даже самая простая еда кажется деликатесом. Казалось, что с магической иглой мореходов нас ждет легкое плавание. Но были и те, кому она бы тоже не помешала. А эту историю я расскажу вам потом. На пути к острову Вак-Вак мы обнаружили на борту детеныша птицы Рок. Мы же съедим его, да? Он оказался очень славным, но его мать была настроена враждебно. Нас выбросило на незнакомый остров. Это ужасно. Теперь нам нужно работать сообща, чтобы вернуться в море. Вот здесь еще есть. Это не наше. Не только нас прибило к этому берегу. Одни обломки, ни души. Крайне неприятно. Не бойтесь, друзья мои. Я сделаю плот из чего угодно. Как-то я построил прекрасный самбук из одних лишь камней и довел его домой во время урагана. Это мало утешает. Может, кто-то скажет что-нибудь ободряющее? Нет, дождя. Годится? Не очень. Без дождя у нас не будет пресной воды. Нам придется искать ее на острове. О, неприятное место.
Никому не ходить туда. Нам всем нужно обратно, да, в море. Туда. Она права, Синдбад. У нас нет воды, а строительство плота потребует времени. Ты, может, не понял? Это приказ твоего капитана. Я сказал, никому не ходить туда. Я запрещаю. Что-то не так? Все не так. Похищение, крушение, а теперь мятеж моей команды. Мятеж? Нет, просто я думаю, сейчас важнее вода. О, ты думаешь? Мне надоела твоя самоуверенность. А, точно, вся из себя. Помалкивай. Так здесь нельзя говорить без разрешения. И мы должны слушать только эту выскочку. Не смей так говорить с ней. Я буду говорить так, как хочу. А теперь в море. Приказ капитана. О, я сыт тобой по горло. Вот как? Неужели? Да уж, хочешь, докажу. Все, успокойтесь. Синдбад, можешь начинать строить плот, но без воды я не сдвинусь с места. Отлично. Ступайте, раз так. А если я заблужусь, так в море. Все, дай мореходную иглу. Давай слово, пожалуйста. О, да? Да. Что с ними? Они такими не были. Вот, спрячь. Хорошо. Проваливай, мохнатый. А знаешь, кто ты? Просто хвастливый бабуин. А ты просто хвастливый бабуин тоже. Хватит, замолчите. Что на вас нашло? Карим, пойдешь со мной. Синдбад и ты делайте плот. И оба хвастливые бабуины, успокойтесь! Ха! Будете знать, кто такой великий Синдбад? Это просто невероятно! Карим, что с тобой случилось? Я не знаю. Я вдруг страшно разозлился. Без всякой причины. Ты слышал? О, ничего. Это просто лес. Мы будем идти тихо-тихо. Ты прав. Нам надо успокоиться. Тут нечего бояться. Ай, мои уши! Что такое? Не знаю. Ничего страшного. Может, для тебя ничего страшного, а для Джина, как я, сторожевое заклятие звучит, как 1000 ударов грома в голове. Что такое сторожевое заклятие? Сторожевое заклятие оберегает это место и служит предостережением. Стоит кому-нибудь попасть сюда, и маг и его слуги тут же услышат это, где бы они ни находились. Подожди, это так на тебя подействовало. Значит, заклятие наложил твой повелитель, то есть... Верно. Это твой отец, Харун Халид. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, теперь ты. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нет, нужно то вверх, то вниз. Ла-л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 а. Голос вверх и вниз, не голову. Зумруд, что это? Они, где зло веков живет, а рядом океан ревет. Что? Что это значит? Океан ревет. Вероятно, это штормовой барьер. И кто из тех, кого мы знаем, мог там оказаться? По-твоему, они в опасности? Вряд ли Зумруд сообщает нам, что они устроили там пикник. Опять? Ты слышала? Это просто деревья. Не беспокойся. Это не просто деревья. Я, по-твоему, глупец? Прости, я не знаю, что со мной. Нам надо уходить отсюда. А ну замолчи, Халил! Шахерезада! Карим, я не понимаю, что происходит. Может, Халил прав? Пойдем. Остаться, уйти. Что с твоими крошечными мозгами? Что-то не так. Уходим отсюда. Сейчас же. Почему?
вы вторглись на мой остров. Простите, мы не знали. Мы уходим, все. Стойте! У меня бывает так мало гостей. Они мне по душе. Мы здесь с миром и ничего не замышляем. И это делает все еще более интересным. Эй, знакомый голос. Знакомый в хорошем смысле или в плохом? Мы пришли за водой и уйдем буквально через несколько минут. Карим, может нам... Помолчи! Да, хорошо. Очень хорошо. Акаташ? Кто произнес мое имя? Я знаю тебя. Нет, у меня самое обычное лицо. Ты служил Харуну Халиду. Откуда вы знаете Харуна Халида? Ты был рядом с ним, когда он сослал меня на этот остров, где нечем питаться. Я не имел к этому отношения. Мой господин принимал все решения. Оставь его в покое. Карим! Да! Я мог бы править миром. А теперь из-за тебя и твоего хозяина я никогда не покину это проклятое место. Скажи что-нибудь, прежде чем я тебя уничтожу. Пожалуйста, не уничтожай меня. Поздно. Ты погибнешь. Месть сладка. Халил, нет. Пойдем, здесь нельзя оставаться. Ничего не видно. Вроде был всплеск. Я правильно понял? Вы просите позволения взять мою яхту, мою гордость и радость? Прости, одну из моих радостей, чтобы отправиться в самую опасную часть океана по причине дурного предчувствия? Нет, в самом деле очень дурного предчувствия. Дорогая, я султан Хрустального города. У меня бывает 20 дурных предчувствий, но ни одно из них не заставит меня рисковать своей яхтой. Но, султан... Ваша светлость, можно называть вас Юнан? Нет. Юнан, Джин Зумурод сказала, что нашим лучшим друзьям угрожает опасность. И один из них – истинный султан Золотого города. Это ничем не доказано. Есть лишь синий волосатый монстр. Нет, моя яхта останется там, где сейчас находится. Выходит, твоя драгоценная яхта дороже, чем жизнь друга? Пошли, Аладдин. Дорогая, драгоценна не только моя яхта. В моей прежней жизни вора я бы не стерпел ответа «нет». Да. Знаешь, твоя прежняя жизнь еще не совсем закончена, Аладдин. Я мертв! Неужели я мертв? Вот, значит, какие ощущения. Немного похоже на морскую болезнь. Я ожидал другого. О, я не умер! О, радость, я не умер! Просто безнадежно затерялся в море. Стоп, но лучше ли это? Не паниковать. Солнце там, вероятно, меня принесло оттуда. Правда, сейчас утро, и значит, я явился оттуда. Или
сейчас день? А какой месяц? Я не знаю. Пока это, несомненно, вторая из наихудших ситуаций, в которой я попадал. Нет, первая. Синдбад, нам нужно немедленно покинуть остров. Почему бы вам не пуститься вплавь? Это все, что ты сделал? Простите, не успел положить атласные подушечки, ваше величество. Всего лишь два куска дерева, связанные водорослями. Нет, один кусок, сломанный надвое. И если тебе это не нравится, останься и помоги, вместо того, чтобы слоняться по лесу. Если бы ты пошел с нами, возможно, Халил остался бы жив. Очень в этом сомневаюсь. И кто это? Ты не знал его имени? О, прекрасно! Бедный Халил! Надоели глупцы. Я сделаю плод сам. Ты кого это назвал глупцом? Отлично! На этом заканчивается история с плотом. Нам в жизни отсюда не выбраться. По твоей вине! Помалкивай, бабуин! Не смей так разговаривать с капитаном! А я тут при чем? Нечего на меня кричать! Я все сделаю одна! Вы мне не нужны! Я великий Синдбад, а ты... От тебя тоже несет, как от собаки! Я не слушаю! Ты бабуин! Отлично! Так, думай, это штормовой барьер. Все погибали у штормового барьера, если у них не было мореходной иглы. Она у меня есть. О, замечательно, отлично, все получится. Штормовой барьер, я тебя не боюсь. Страшно, мне страшно. Ты говорила, у яхты только два охранника. Видимо, он понял, что мы пойдем на это. Отец знает меня. Вот почему я влюбилась в него. Так, теперь проверим, насколько быстрая эта штука. Что? Конечно! Я же тебе говорила! Ты что, не понимаешь? Ты ничего не понимаешь в плотах! Сделал первый план, когда мне было 4 месяца! Бабуин! Ты просто бабуин! И все! С меня хватит! А ну, повтори! Вы не нужны мне. Я выберусь сам. Отдай! Моего меча касаюсь только я! Стойте! Стойте все! Слушайте! Нечем питаться! Так он сказал. Когда его сослали сюда, ему было нечем питаться, понимаете? Вот почему мы начали ссориться, едва ступив на этот остров. Он питается нашей отрицательной энергией. А, Синдбад, я никогда не говорила тебе это, но ты действительно великий мореход. Что ж, я всегда знал это, но продолжай. Знаешь, ты не раз причинял нам неприятности, но все же, я думаю, в целом ты неплохой человек. В целом неплохой? А, мне никогда не говорили таких приятных слов. Что? Что она? Прекрати! И, Карим, когда-нибудь ты станешь лучшим султаном из всех, что видел свет. А я надеюсь, что никогда не подведу своего лучшего друга. Прекратите! Так, пусть все дурные мысли останутся позади. И, может, займемся плотом?
Поведу яхту туда. Там должен быть проход. Сейчас так нужна мореходная игла, а у нас ее нет. Ничего не выйдет. Зумруд, может, поможешь? Она непременно хочет быть загадочной. Пусть на море шторм и шумит волна, но рядом будет друг всегда. Пусть вокруг гроза, ветер парус рвет, на помощь друг всегда придет. Ты боишься, что не туда свернешь, пусть вокруг темно, ты свой путь найдешь. Пусть на море шторм и шумит волна, но рядом будет друг всегда. Пусть вокруг гроза, ветер парус рвет, на помощь друг всегда придет. Ты боишься, что не туда свернешь, будет рядом друг, ты свой путь найдешь. Еще одна для правого борта. Кстати, меня всегда восхищал твой тюрбан, Синдбад. Спасибо. А я всегда считал, что у тебя есть положительные черты, которые лишь слегка уступают моим. О, спасибо. Это почти комплимент. Это последнее предупреждение. Прости, ты первый. Нет, я настаиваю. Вы что, думаете меня так легко победить? Вы можете скрывать свою злость, но она все равно горит в вас. Я ее чувствую. О, твой огонь так красив. Ты его только разжег? Нам пора в путь, дорогие друзья. Ты делаешь вид, что не грустишь и не злишься, но я вижу это в твоих глазах. Не забывай, кто убил твоего друга, маленького Джина. Осторожно, не слушайте его. Так печально, что его нет, такого юного. Да, он был юный и очень добрый. Не такое мерзкое существо, как ты. Не просто гнев, а ярость! Шахерезада, хватит, пойдем. Халил был моим другом! Надо же, как это печально! Замолчи, дьявол! Превосходно! А ну-ка, еще! Шахерезада, не надо! Хватит, мы покидаем это место! Пусть так, но это ничего нам не даст. А? Что? Почему? Мы не пройдем через штормовой барьер без мореходной иглы. О чем ты? Я отдала ее Халилу, теперь ее нет. И Халила тоже. О, что ты наделала? Но ты же собиралась нам сказать об этом? Безумие! Да, так почему ты скрыла это от нас? Мы застряли здесь навсегда. Большое спасибо тебе. Стойте! Слышите? Корабль! Мы спасены! Да, верно! Халил вернулся! Халил неуязвим! Ура! Он жив! Но этого не может быть! И он доставил сюда старых добрых друзей. Как чудесно! И прекрасное судно! Еще один повод для радости! Конечно! Ура! Нет! Нет! Хватит! Знаешь, ты очень даже мил, когда унижен. Мы спасены. Как мы же чудесная прекрасно команда. Мы провели время. Синдбад, какие у меня друзья. Все было просто прекрасно. Это самый лучший остров мы преодолеем что угодно. Да. Вау! Да уж, теперь нам точно пора.
спасибо, что принял нас! Ты очень добр! Нам у тебя понравилось! Ты самый славный демон из всех, что я встречала! Пока! Будьте вы прокляты! Эй, отличный плод! Мы покинули это место. Демон мертв. Можно не говорить такие вещи. А я буду. Прекрасный плод. Все молодцы. Да, ты действительно странная. Мы встретились с нашими друзьями, и, казалось, удача наконец улыбнулась нам. Но вскоре мы столкнулись с новой превратностью судьбы и поняли, что нужно быть осторожными в своих желаниях. Но эту историю я расскажу вам потом. Мы оказались на острове. Вы вторглись сюда! Принадлежавшим злому существу, из-за которого мы чуть не вцепились друг другу в глотку. Но победила Прости, дружба. Ты первый. Нам удалось спастись. Теперь нам нужно заново построить Сулейман. Но в Золотом дворце строят менее конструктивные планы. Ха-ха! На колени перед могущественным султаном, поди ниц перед его величием. Вы там! Почему не вносите ренту? О, я больше не в силах оплачивать ваши налоги, красавец-султан. Ну не надо, лепесток жасмина. Я обожаю солдатиков, подаренных тобой. Чудесно! Я очень рада, дорогой султан. Но дело в том, что это не просто игрушки. Не понял? Их нужно использовать для подготовки к стратегическим маневрам, особенно против наших давних врагов в Хрустальном городе. Конечно, Хрустальный. Да, но мы с ними в мире не один год. Истинный султан не играет в игры. Он ведет славные войны. Войны? Это необходимо, ведь прольется кровь. Недаром ходят слухи, что ты слабоволен. Недостаточно храбр, чтобы воевать. Что ж, я докажу, что храбрее меня не бывает. Прекрасно, мой мохнатый друг. Лучше скажи, вправо или влево? Ха-ха, ты уж больно мрачный. Бросай где хочешь, разберемся. Как скажешь. Эй, осторожно. Мы не построим корабль одни. Нам нужны рабочие. А, да. Но им нужны деньги, а мы истратили все, что было. Тогда мы не попадем на остров Ваквак. Эй, спокойно. Все получится, как обычно, да? Что? Эти недоумки сумели сбежать с острова? Да, хозяйка. Будь проклята, это Шахерезада. Она снова в безопасности в Порт-Тауне. Я должна выманить оттуда ее и Карима. Ха-ха! Получай, султан Юнан! И война с Хрустальным городом поможет это сделать. Узнав о войне, эти доброходы тут же примчатся. Хозяйка. Что это? Это великий джин, хозяйка. Он уничтожает тех, кто его освобождает. От них ничего не остается. Вы нашли это в магическом гроте? Вы молодцы! Вы... Вот тебе! Пора начать войну! Следуйте за вождем! За мной! И вместе мы создадим еще более великую империю!
Более удачного времени для войны не придумаешь. Что это? Острый запах. И теперь он где-то, где-то там. Значит, принц-монстр и его помощники строят корабль? О, отлично! В наших интересах, чтобы они не знали о секретных планах войны с Хрустальным городом. Будет ужасно, если Шахерезада использует своего летающего верблюда и предупредит их о нападении. Нужно сделать все, чтобы этого не произошло. Ужасная новость. Мы должны предупредить султана Юнана прямо сейчас. Я полечу на Джамале одна. Нет, это опасно. Ты не полетишь одна. Не волнуйся, со мной смелый Джамал. И еще мудрый Халил. Мудрый? Да, и смелый тоже. Сегодня мы нападем на Хрустальный город. Я надеюсь, что в этой битве вы будете сражаться мужественно и безжалостно. К сожалению, я не смогу быть с вами в этот важный день. Разве вы не поведете нас в наступление? Что? Я? Ты хочешь подвергнуть своего султана опасности? Ты, конечно, шутишь. Я понимаю, мой султан. Я поведу войска сам. И потом, кто-то должен остаться и заниматься стратегией. Нужно где-то укрыться, пока не кончится буря. Смотри! Это или мираж, или оазис. О, это оазис. Давай, Джамал, вниз! И синий зверь не защитит тебя. Все складывается лучше, чем я ожидала. Пей, Джамал. У нас мало времени. Мы спешим в Хрустальный город. Действуйте, но незаметно. Привет! Что это? Не знаю. Стой! Халил, нет! Смотрите, великий джин! Какой он огромный! Что? Кто он? И что он собирается делать? Восхищайтесь моей мощью! Вся, поистине вся, мне по силам! Даю вам право на три желания! Три желания? А уничтожение? Что вы сделали? Не волнуйтесь, хозяйка. Сначала три желания, потом уничтожение. Но они могут пожелать что угодно. Три желания? Тогда для начала можно сделать Карима султаном прямо сейчас. Но прежде всего нам нужно остановить войну, а потом поможем Кариму. Я отвечаю только этой малявке. У кого ты называешь малявкой? Великий джин
называет тебя малявкой. Ладно, мы разобрались. Он хочет остановить войну против Хрустального города, да? Что скажешь, малявка? Ну да, но три желания. Можно такое попросить? Я всегда хотел лампу побольше. Да будет так. Нет, стой! Это не в счет. Ну, что скажешь, все-таки немного просторнее. Еще бы горячую ванну. Стой! Больше ни одного слова. Решай, наконец, малявка. Халил, я ему не верю. Вели ему вернуться в бутылку. Я хочу, чтобы ты замолчала. Я думаю. Да будет так. Нет, стой! Халил, что ты... Нет, нам нужно срочно сделать тебя прежней. Скажи это, и будет так. О, давай, устань прежней, а потом вас обоих уничтожат. Что делать? Остановить войну, спасти Карима, помочь тебе. Два слова. Так, еще раз. Ну? Второе слово. Драться или не драться? Это как бы дверь. То есть закрыть дверь, побежать, остановить войну. Понял? Ты говоришь про войну. Постой, Шахерезада. Тогда ты не сможешь ни говорить, ни петь, ни есть мороженое. Какое благородство! Скажи, наконец, свое желание! Да, хорошо! Хочу, чтобы она стала прежней! Да! О, Халил! Что ты сделал? Вернул тебе голос! Ничего! Мы предупредим Хрустальный город о войне! Вы никого не предупредите! Что он сказал? Я исполнил твои желания, малявка! Я ничего тебе не должен! И теперь, когда я свободен, вы будете уничтожены! Он мог бы сказать об этом раньше! Отлично! В кольцо! Прочь отсюда, пока нас тоже не уничтожили. Хоп! Дуньезада, как я не догадалась? Сама земля дрожит перед моей безграничной властью. Да, впечатляюще, но вряд ли ты сможешь стать больше, чем сейчас. Уверена? Тогда смотри! Ха! Только и всего? А еще больше никак? Все! Я могу все! Да-да, я уже это слышала. Неплохо, но кое-что ты точно не сделаешь. Я великий джин. Я сделаю что угодно. Неужели? Тогда я готова поспорить, что ты не влезешь в эту бутылку. Ха! Нет ничего проще. Нам нужно в Хрустальный город, и ты отправишься с нами. Ха-ха-ха!
прошлый раз? Ты пыталась доказать, что твой друг — громадный синий монстр, никто иной, как принц Карим, истинный султан Золотого города. Отец, послушай, она друг, она... Да-да-да-да-да. И теперь ты утверждаешь, что Шазаман идет на мой город. Но это нелепо. Да, ваше величество, его армия почти у ваших ворот. Можете посмотреть. Пустыня, небо, еще пустыня. Что это? Это возмутительно! Твой отец столько сделал для того, чтобы наши города жили в мире, а теперь... У нас нет времени, чтобы организовать оборону. Это поражение. Армия Золотого города почти у ворот, Зумуруд. Как нам остановить их? Чтобы в покое оставили двери, дочери мага ты должен поверить. Какая девушка! Ваше Величество, пожалуй, я смогу помочь. Приготовиться к атаке! За триумф Шазамана! Значит, ты говоришь, что этот джин исполнит три моих желания. Угу. И я должен пожелать то, что скажешь ты? Если вы соизволите. Иначе мы обречены. Ты понимаешь, что делаешь? Не совсем. Но спрячься. Вдруг он тебя узнает. Маленько. Что же, мне нечего терять. Я сделаю это. Смотрите, великий джин. Как твой спаситель, я имею право на три желания. Хорошо, три желания твои. Все. Поистине все мне по силам. Ты, дерзкая смертная, заманившая меня в мою бутылку. Скажите, пусть армия Шазамана вернется домой. О, отлично. Я хочу, чтобы армия Шазамана немедленно вернулась домой. Да будет так. Не туда! Эй, не туда! И я тоже. Что происходит? Великий джин не должен ждать. Твое желание, болван. Болван? Мне никогда... Почему? Я... Да, я не предупредила вас. Он не самый вежливый джин. Я хочу, чтобы Шазаман и Дунизада были добрыми и вели себя благородно и щедро со всеми своими подданными. Да будет так. Надо же! Скоро я буду султаном Хрустального города! Власть, богатство, слава! Да, но бедные так голодны. О слабых и беззащитных нужно заботиться. Нужно понизить налоги. Нам необходимо улучшить образование и здравоохранение. Что? Ты окончательно лишился разума?
Наши враги должны быть разбиты. Мы будем контролировать искусство и культуру. Мы построим чистый город с красивыми домами. Мы позволим нашим гражданам свободно высказываться. Да, чудесная идея, моя росинка. Подожди меня, мой дорогой пузанчик. Третье желание, чтобы я был свободен от своего обязательства. Быстрее, болван, а потом я разберусь с тобой. Готовы, Ваше Величество? Мое последнее желание. Я хочу, чтобы ты вернулся в эту бутылку. Что? Нет, 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 нет! Великий джин, это твои правила, но мы тебя обыграли. Ура! Ура! Берите, это вам. И вам тоже. И вам. Чудесно. Это идет в разрез с моими принципами. Но как прекрасно я себя чувствую. Конечно. Почему мы не делаем это нужды денег? Берите, прошу, и вы тоже. Ты оказала мне великую услугу, Шахерезада. Ты станешь почетным членом моего двора. Это было бы прекрасно, но у меня важная миссия. Оу, расскажи, какая? Возьмите, это вам и немного вам. Что вы делаете? Отдайте! Это принадлежит султану! Дай сюда, это мое! Уберите свои грязные руки! Это мое! Вам понятно? Это мое, только мое! Дай сюда! Как ты смеешь! Это мое! 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 Нам нужно восстановить корабль и добраться до острова Вак-Вак. Остров Вак-Вак – место странных легенд. Это как-то связано с вашим синим другом? Не только с ним, Ваше Величество, но и с будущим Золотого Города. Ты такая же мудрая и храбрая, как твой отец, Шахерезада. Я не джин, но я выполню твое желание. Теперь мы сможем позволить себе армию рабочих. Да, и достойно оплачиваемых. Возьми, друг мой. Спасибо. Скоро мы отплывем на остров Вак-Вак. Эй, я могу забронировать место? Желательно с хорошим видом. Что я говорила? Да, надеюсь, скоро мы будем в пути. На другой день мы отправились на остров Вак-Вак. Но оказалось, наше путешествие чревато опасностями, с которыми мы до этого не сталкивались. Но эту историю я расскажу вам потом. Медленно, часть за частью, мы строили наш корабль. Брошу здесь. Узнав о зловещем плане Дунизады напасть на хрустальный город, мы предупредили султана Юнана. Это возмутительно! Перед этим мы встретили хвастливого и агрессивного джина. Нет! Но мы перехитрили его. Остановили войну, и теперь нам предстояло отправиться к острову Вак-Вак. Мой самый любимый звук на свете. Недаром мой отец повторял: хитрая сделка всегда приносит барыш. Правда, до того, как его арестовали. Синдбад-носильщик, съедим его. Не вздумай. Хозяйка хочет сначала поговорить с ним. Я очень рад видеть вас снова, маленькие демоны, но мне нужно идти. Пожалуйста, передайте от меня привет своей хозяйке. О! Сюда! Дунизада, я бы с радостью остался, но, как я объяснил малюткам, мне нужно спешить, срочное дело. Твои дела со мной. Да,
Нет, а теперь, извините, мне нужно лететь. Носильщик, ты спустишься на борт? Что? На борт? Ни за что. В прошлый раз я едва не утонул, когда был... Замолчи. Ты знаешь, что это? Да? О, это мореходная игла. Но постойте, она у вас? Синдбад все время держит ее у себя. Да, и вот что мне нужно. На борту ты поменяешь настоящую на эту подделку. О, лже-компас. Ваши враги окажутся во власти штормового барьера. Очень разумно. Желаю удачи. Ты не хочешь мне помочь? Нет, а теперь прощайте. Что ж, в таком случае у тебя нет выбора. Нам съесть его сейчас, хозяйка. Мы бы съели его сейчас. Вот как. Что ж, все зависит от решения носильщика. Знаете, иногда вам удается быть очень убедительной. Носильщик, что ты здесь делаешь? Шахерезада, потише, всех разбудишь. Знаешь, лунный свет очень тебе идет. Он в тон твоим волосам. Стой, что ты здесь делаешь? Чуть не забыл. Я принес тебе это. Смесь специй для моего знаменитого карри. Мешочек не пропускает воду. Спасибо. Но зачем приносить это посреди ночи? Да. Сейчас в голове у меня такой сумбур, потому что я хочу вернуться к вам. Ну да. И помогать вам в ваших смелых замыслах. Правда? Да. Ты вроде был не в восторге от нашего последнего путешествия. Да. Ты бы охотно с нами расстался. Что? О, откуда у вас такие глупые мысли? Он большой остряк, я то и дело смеюсь. Этот бродяга снова хвастался своим карри. Им только крыс морить. Что ж, отправляйся с нами. Ладно, давай. С вами? Да, с радостью. Тебя видели? Да, но я поступил очень умно. Сказал, что хочу вернуться к ним, и они мне поверили. Значит, вернешься? Вернусь? Ну да. Сегодня все шутят. Они не должны ничего заподозрить. Ты вернешься к ним, как обещал. Но они пойдут к штормовому барьеру без иглы, на гибель. При одной мысли об этом я не могу. Касра, дама, вас ждет банкет. Ладно, я это сделаю. Только уберите этих жутких зверюк. Открытое море! Сказать по правде страшновато, но я бодр! Как никогда! Может, морскую песню, а? О, нет! Ах, куда жизнь меня зовет! Корабль в море мой плывет! Эй, на палубе! Сегодня нам предстоит вновь пересечь коварный штормовой барьер. Но благодаря этой штуке он нам не страшен. Я и раньше его не очень боялся, конечно. Этот компас поведет нас по курсу. Вот она, мореходная игла. Посмотрите, изумительно, потрясающе. Хозяйка обещала нам что-нибудь вкусное. Да. Хорошее нужно уметь ждать. И штормовой барьер поджидает Шахерезаду. Ах,
Ничего не понимаю. Игла указывает туда, откуда мы пришли. Можно взглянуть, капитан! О, нет! Я знала, что-то не так. Он не правит по курсу. Это обычный компас. И ничего не сделать? Нет, это имитация. Подделка. Мы еще не дошли до штормового барьера. Есть время повернуть обратно. Изменить курс? Я попробую. Ты, носильщик! Ты пробрался ночью на корабль. Это дело твоих рук. А ну говори. Закрепить ватерштаг, убрать бомбклевер. Так вот чем ты занимался вчера, мерзкий предатель. Мои сокровища, пожалуйста, хватит. Нет, не надо, только не это. Мы верили тебе. Как ты мог это сделать? Отвечай, или я... Пожалуйста, не трясите меня, я скажу. Да говори, Плут. Я все скажу. Дуньязада меня заставила. Дуньязада? Ты хотел потопить мой корабль? Трусливый негодяй. Простите, я виноват. Я поступил ужасно, и теперь из-за меня мы все утонем. Я утешу тебя, ты не утонешь. Синбад! Не надо! Я потом с тобой разберусь. И Шахерезада отправится в холодную водяную могилу. Конец! Ой, смотрите, он цел. Нет, она не могла снова уцелеть. Проклятье! Синбад, ты знаешь, где мы? Да, мы попали в беду. Это хотя бы знакомое место. Возьмемся за работу, живо. Что? Что это за место? Это остров Гули-гиганта. Гули-гиганты всегда голодные. Как и мы. Просто не больше. Тогда я нанесу им визит. Дам несколько рецептов. Например, рагу из Шахерезады. Счастливые гиганты. О, мое золото пропало. Лучше бы меня съели заживо. Говорящее мясо. Я имел в виду другое. Да, говорящее мясо. Слышали, кто-то идет. Может, тебе повезет? И все тут дружелюбные. Это было бы хорошо. Зачем меня есть? Одни жилые кости получишь несварение желудка. Друзья, помогите, помогите! Ха, никогда! Он заслужил это после того, что сделал с моим чудесным кораблем! Синбад, его нужно наказать, но это сделаем мы, а не что-то! Согласен, но сначала узнаем, с чем мы имеем дело. Что ж, похоже, это гули-гиганты, если, конечно, это вас успокоит. Гули-гиганты? Точно! Мясо! Есть еда! Нет, никакой еды нет!
Нет говорящего мяса. Нет говорящего мяса. Говорящего мяса? Какого говорящего мяса? Говорящее мясо у тебя есть, у меня его нет. Так, что ты делаешь? Прячу говорящее мясо, видишь? О, помогите, помогите! Ха, просто царапина. Через несколько часов выйдем в море. Так, Халил, что это за гиганты? Ну, я слышал, что гули-гиганты глупые, как пробка. Боюсь, пробку может обидеть такое сравнение. Поэтому они живут только на этом острове. И еще кое-что, касающееся их рациона. Они едят людей? Да, точно. Вот как? Ха, так ему и надо. Предатель, заговорщик, мое слово пускай. Кто согласен? Думаю, нам лучше спрятаться. Говорящее мясо? Эй, вы здесь? Выходите, где же вы там? Говорящее мясо? Нет, это не говорящее мясо. Корабль? Он ломает мой корабль. Мы здесь останемся. Я передумал. Эти гули-гиганты заплатят нам, и дорого. Ну, штормовой барьер, покажи, на что ты способен! Я ужасный на вкус. Не стоит есть меня. Не надо. Говорящее мясо какое-то пресное. Все чисто. Пошли. Я останусь здесь. Ничто не ускользнет от моего всевидящего взора. Поверьте, только поскорее! Эта жара убивает меня! Вы пришли за мной? Какое милосердие! Мы не простили тебя. Но мы не хотим, чтобы твою судьбу решили гули. Вы можете мне верить, я целую ваши туфли. Многие это делали. Почему так долго? Я здесь и жарюсь. Так, что у нас здесь? Много говорящего мяса. О, да, просто пир. Но мы все-таки очень-очень пресные. Но если вы принесете мне нужные специи, взамен я сделаю для вас мой знаменитый карри. Знаменитый карри из говорящего мяса. Эту идею. Нет, нет. Да-да, я принесу эти специи сейчас. Я не это имел в виду. Твой карри? Отлично. Извините, достопочтенный гуль. Да, вы. Вам ведь нужны специи для карри. Что ж, у меня здесь некоторые из лучших специй на свете. Что? И она туда же. Твое предательство заразно? Чудесно! Но может не очень годится для вас? Неважно. Нет, нет, дай! Так,
Другого шанса может не быть. Вкусно, вкусно. Мой глаз! Кто мог поступить со мной так нехорошо? Я считаю, что я никто. Никто? Ты за это поплатишься. Я не вижу, кто это сделал. Никто. Никто? Никто, вернись. Что ты здесь делал? Эти так называемые гиганты, не уследишь за ними? Прости. О, где говорящее мясо? Никто ослепил меня. Потом никто поранил мне ногу. Они сбежали. Говорящее мясо сбежало? Что случилось? Ты не слушаешь меня. Никто ослепил меня. Потом никто поранил мне ногу. Я не спущу с тебя глаз, ты пронырливый хорек. Смотрите, там! Это Дунизада! Она направляется в пещеру гигантов. Нужно вернуться. У нее мореходная игла. Предлагаю не делать этого. Я предлагаю то же самое. У тебя нет права голоса. Хорошо. Я ищу девушку. Вы видели ее? Мы видели никого. Вы видели ее или не видели? Никто был пойман, но никто помог ему сбежать. О чем бормочут эти чудища? Девушка, которую я ищу, была с мохнатым синим зверем. Вы их видели? О, да. Никто был с никем. Никто с никем? Вы не видели девушку и зверя? Говорящее мясо слишком много говорит. Говорящее мясо? Я не говорящее мясо. Я... могущественная колдунья! Ненавижу то, что летает, но люблю говорящее мясо. Да, сэр, нехорошо зря тратить специи. Безмозглый зверь! Мореходная игла! Я могу их поменять! Стойте, стойте! Послушайте! Помогите мне найти девушку, и у вас будет вдоволь говорящего мяса! Что это? Может, вернулся никто? Мы посмотрим. Приветствую, госпожа. Ты? Где Шахерезада? Произошла трагедия. Их всех проглотил морской монстр. Уцелел только я. Проглотил? Морской монстр? Да, он съел их, это правда. Ты сказала, что мы скоро получим говорящее мясо, но мы голодные уже. Нет, отпустите! Демоны! Ковер! А теперь, малыши, есть у вас желание съесть гуля-гиганта? Звучит мерзко. Сделаем это. Давайте, малыши, ешьте их, стреляя! Фу, гули-гигант, гадкий вкус. Что ж, домой в золотой город, прямо сквозь штормовой барьер. Штормовой барьер? Может, просто пролетим над ним? Наверное, очень красиво смотрится сверху, именно сверху. Не говори глупости. Я попала сюда сквозь штормовой барьер. У меня есть игла. Но это же... это отлично. Все, нам конец. Ха-ха!
Добро пожаловать на борт маленького Сулеймана! Следующая остановка – остров Ваквак! Мы рисковали, правда? Очень. Но носильщик, в конце концов, оказался хорошим. Надеюсь, с ним все в порядке. Отлично! А теперь самое время спеть морскую песню. Полный ход, полный ход. Несусь я по волнам! Вперед! Пора вернуться к гулям-гигантам. Неужели никто из вас не ценит настоящую музыку? Итак, мы выбрались с острова Гулей-гигантов. Но очень скоро мы столкнулись еще с одним испытанием на море, которое вернуло нас в Золотой дворец. В мыслях, конечно. Но эту историю я расскажу вам потом. Озвучено по заказу CLS Media в 2018 году.